Салют всем, алоха, криптовалютчики, продолжаем разговор про GG World Lottery. Международный проект на блокчейне, который позволит, наконец-то осуществить честную лотерею. Давайте поговорим немного о токене. Будет использоваться токен стандарта ERC-20 для того, чтобы, так сказать, вы могли стать участником и получить все преимущества, будучи одним из людей, которые поборются за выигрыш в самой безопасной и децентрализованной лотерее, основанной на смарт-контрактах Ethereum. Будет выпущен токен GGCoin, его тикер GGC, стандарты ERC-20, 18 символов после запятой. На предварительную продажу будет выделено 375 миллионов, хардкап 500 миллионов, один токен стоит 1 доллар. Здесь в white paper у них всякие бонусы и так далее. Расписаны преимущества для токен-холдеров. Это пожизненная доля доходов, основанная на каждом выигрыше джекпота. То есть каждый раз, когда кто-то срывает джекпот, вы как токен-холдер выигрываете вместе с призером. И дивиденды выплачиваются ежеквартально. На сайте у них есть можно рассчитать ожидаемую выплату дивидендов. Если вы купили токенов на 2000 долларов и стран-участниц как сейчас 12, то ежеквартально вы будете получать 208 долларов. Если стран-участниц станет 25, то вот, соответственно, уровень джекпота поднимется вот по такой вот интересной формуле. Джекпот еженедельный будет 500 миллионов долларов, друзья. Вот так вот. Ну что ж, дорожная карта, большие планы у проекта, уже многое сделано. Запущены White Lotto и Lotto Park, о которых я вам говорил. Это уже действующие, работающие продукты, проекты от основателей данного стартапа. Напомню, про основателей я вам расскажу сейчас буквально через пару минут. Были сформированы юридические соглашения с разнообразными странами. В третьем квартале 2018 года был запущен веб-сайт ICO, запущены соцаккаунты, white paper написан, кстати, вот мы его с вами и читали. А также запустили аккаунты для инвесторов, партнерскую систему, полную версию white paper. В четвертом квартале нас ждет RNG, система сертифицирования от Gaming Laboratories International, а также релиз исходного кода смарт-контрактов. ICO началось 30 ноября, закончится 28 февраля и также в первом квартале появится на биржах. Ну а далее мы увидим с вами запуск GG World Lottery на правительственных регулируемых рынках. Билеты GG World Lottery будут доступны на разнообразных веб-сайтах национальных лотерей. А лотереи компании будут подключены к веб-сайту White Lotto. Вот он. Вот этот сайт. Мы как раз его уже посмотрели с вами. Это Lotto Park, прошу прощения. Вот он. White Lotto это новый будет. Перепутал, да. Не Lotto Park, а Lotto Mat. Это то, что сейчас уже есть. White Lotto будет запущен. О нем читайте в White Paper, опять же. Рынок будет расширяться. Они будут выходить на новые страны и так далее. Про разработчиков я уже упоминал в прошлом видео. Это Марк Хатчинсон, президент данной компании. 35 лет он уже в мире лотерей. Он основал Lotto America, тот самый Powerball легендарный. Вот даже сейчас у них джекпот 200 миллионов долларов. Ну, сумасшедшие просто цифры. Войцех Лысак, также основатель GG International, эксперт в области международных решений. Более 15 лет занимается онлайн-играми и онлайн-маркетингом. Томаш Клапше, специалист по техразработкам в интернете, занимается и ответственен за программное обеспечение, также разрабатывает блокчейн-приложения. Его коллега Дэниел Дворжик, веб-визуализация, совершенствование передачи данных, это вот то, чем занят он. Ну а также Дэмиан Потуральским, также человек, который ответственен за программное обеспечение, разрабатывает его, совершенствует, в основном в области электронной коммерции, облачных технологий и микросервисов.
Эдвайзеры проекта также очень серьезные, я вам рекомендую почитать об этих людях. Например, Норберт Радуки, гендиректор bitcoinist.com, или Джонатан Милли, председатель USBTC, Евгений Гришаков, который засветился в журнале Forbes, у которого многочисленные IT-стартапы за спиной, участвовал в Kama Games, Arbidex и многих-многих других. Ну, а также другие члены, другие адвайзеры. Конечно же, читайте раздел «Вопрос-ответ», узнайте, что такое глобальное ТВ-шоу и многое-многое другое. Друзья, подписывайтесь на социальные сети обязательно. Здесь есть ссылки на Facebook, Twitter, на их e-mail, на LinkedIn, на блог в Медиуме, на канал YouTube, на ветку Bitcoin Talk, а также на GitLab. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Это все, что вам нужно было знать про GG World Lottery Project. До новых встреч, друзья!